Смотри, мы ее видим на небе, а тут она вот тут вот. Почему ты так решил? Это настоящая луна. Да. И мост. Круто. Ой. Давай. Да вот он едет. Может, он сейчас будет тут еще через мост проезжать? А вот это. Точно. Не знаю, вот тут другой едет. Точно. Да. Вот смотри, а этот поход как полярный экспресс. Точно, как полярный экспресс. И поехал. Он пропускал другой поезд. О, смотри, еще раз едет через мост. Вокруг горы. Вот еще один. Да. Ой, здесь посадка. Наверное, это какие-то дополнительные тоже. Или там электричество подведено к поезду. Средние рельсы это контактные, они за счет этого ездят. Да. О, даже человечек там видел на вагоне с углем. О, вот какой-то тоже дизель или электровоз. А здесь переход вагон. Еще один едет. Ого. Он там ездит, круто. А как он там проехал? Очень большая экспозиция с поездами, вообще круто. Три отдельных стола. Тут вот один, вот тут вот еще такой длинный второй. Там третий.
это чучело. Какое? Это то, что уже не живое. Сделали похожим на живое. Шерсть — это ж шкура настоящего льва. Какие клыки! Какой-то крутой глобус с разными рисунками. Похоже, это как созвездие нарисовано. Еще один глобус. Пошли посмотрим. Круто. Настоящий глобус. Держится коготками и стучит. Мы попали в Древний Египет. Сейчас тут мумия как встанет, как погонится за нами. Привет. И где же она, по-твоему? Не знаю. И мы вообще ее увидим? Кто это? Это голова какой-то статуи. Почему? Это Клеопатра, но возможно нет. И где мумия? О, смотри, дальше идем в Египет. Где кто? Что мумия поднимается. Страшно. Да. О, смотри, фараон или кто? Угу. Это саркофаги. Это кто? Это то, в чем хоронили всяких фараонов. Мы дошли до динозавров. Это мамонты. Мамонты. Они просто их так подвесили. Да, это настоящий скелет, Женечка. Да. По каждую косточку отдельно. А вот смотри, вот как человек постепенно становился таким, какой он сейчас. Да, череп.
продолжение. И дальше еще целая куча скелетиков. Под потолком. И тут. Ну вон, под потолком, смотри, огромные какие-то птицы. Ого, смотри. Что? Это какой-то древний, как будто бы броненосец. Что? Броненосец. Посмотри, какой огромный. Наверное, какими-то специальными металлическими крючками соединяем. Ого, это как будто бы огромный медведь какой-то древний и саблезубый тигр. Смотри, какая пасть чья-то. Это какая-то мега-акулища была, представляешь? Да. Может, вот это? Да, наверное, это вот это. Точно, это она скушала вот такого вот зверька, похожего на слона. Вот что называется глубокая глотка. Что? И что? Почему? Вот смотри, это есть древняя курица. Да, как страусы сейчас. О, смотри, крокодил. Да. Почему они прямо так сложно? Вот так вот, не знаю, почему-то. Да, я видел. Ого, смотри, какие огромные ракушки. Это тоже когда-то были живые организмы. А вот смотри, какая-то рыбка застыла. Ну вот она когда-то там застряла, а потом в каком-то иле она застряла. А ил закаменел и получился слепок этой рыбки. Ух ты, какие огромные! И это они когда-то летали. Ого! 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 Вот это вот, видишь, где такой торчит? Вот это чем? Тут у него было крыло такое большое. Одно с одной стороны, второе с другой стороны. Ты представляешь, какие они огромные? Даже страшно представить. А это же тираннозавр, Женя. Тираннозавр, да? Да. Смотри, какие у него спереди махонькие лапоньки. Что? Это вообще бомба. Столько динозавров. Попа Тирекса.